вообще все кучи. Одну запасную, одну. Ну да. Значит, такая говорит, 650, я думаю, нормально. Я говорю, это натяг. Ауты нам покажут. Ну, возможно, челлендж. Возможно, вот по этой линии. Нет, это же, знаешь, что есть челлендж, да. Ну, вроде есть челлендж. Ну, пока, я давно не смотрел. Вот, есть челлендж, уже давно. Каждый раз, когда мы играли с 21, потому что на весе на 15, зафиксировали. Очень.
веселее значительно. По мне. Да, тогда было все чтобы не ожидать. Ну что, может, начнем? Ну а как будем делиться? Ну вот так, так, три партии. Если кто-то один выиграл. Конечно. Ну а ты? Ну все пройдем. Да, ладно. Ну трех пойдем. Может, эксперимент будет хорошо. Я давно не видел. Катил с пляцкой. Да, я не видел. Сколько? 85. Где? А, я думал.
попал. Нет? Не попал. Ну блин, кто не попал? Не, а я тоже хочу. Останемся? Блин. Понятно, понятно. Но я коснулся его раньше, чем он ударился о дело. Я думаю, я его коснулся внизу. Каким образом, что он? Три. Четыре. Четыре. Мы быстро не выйдем. Ну, я бы не сказал, а тут нагнали, в конце Thank you.
поиска. Ну, спаление. Да что так? 9-7. Отлично! Ну хоть что. Какая разница? А если не так, мы что так делаем? Ты бы вообще так в жизни не взял. 9-9. Или 8-8. Наверное, 8. 8. Дошел и... Спасибо, как туда успеваешь? Я стою за тобой. Ну ты же дальний. У меня там правая рука. Впереди. Аутище, да. Ну хоть бы что-нибудь там крикнуть. Ну. Нет, то же самое.
он даже скривившись отбил. 3, да? 6, теперь 9. Не против. Хотел более высокую получить. Ты подаешь? Я четыре, да? Нет, 4 только что было. 5-4 7-7.
пошел туда, и ты знаешь, ты уже там бьешь. Каким счетом мы не ведем? Никогда такого не было, и вот тогда этот не взял. Ну этот я бы не добил просто. Они бы как зарядили оттуда. Им было бы очень приятно. Не, ну я имею в виду последний из тех, отведены тебе на розы. Ну что ж, поехали. Кидай всех.
что, 24? Коля. Спасибо. Ну как мог? Да я... Леонид, к вам вопросов никаких вообще нет.
Ну, заходи по-другому. Алексей вышел к сетке, то... Ну, лучше справа. Подальше надо диска. Так и играй. Так нам легче будет. 4-6. Высота нормальная. Ну как? Thank you.
Ну, такая была понятная. Нет, 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 нет. Тогда я бил перед Костей, а здесь... Проверим. Сборно не ходит. Они не верят, что такое.
подачи приводит к очень быстрому окончанию. И отнюдь не в нужную сторону. Один из десяти. Да, случайно больше. А! Нет, нормально. Нет, я доставал. Доставать это не. Достал. Такой прям точный парень. Достал. 6-3. 4-6. Стоп тебя! Два! Ё-моё! Начал вниз убить. Я даже не знаю, блядь, я попрыгиваю не в такого попрыгиваю неправильно. Перешёл. Так, 14. Нет, подожди, подожди, подожди. Фактически он же блокировал мне удар ракеты вниз из своей. Ситуация бывает. Алексей, я как-то не очень. Так, что у нас? 0-4, да? Нет, 4. 6-2. Ну, 6-2. Не, 9. 9, что ли? 9. Да, да, 9. Thank you.
Если он не коснувшись троса еще, а то он обрушился. Срезал. Попал прям как. Не перешел. Не, не, совсем. Я имею в виду, блин, я понял, вообще.
как по это, в футболе ножницы. Ничего в ворота. Я пока про счет думаю. Счет какой? 6-4. А, нет? Ну, аут? Ну, хорошо. 7-8? Зачем там так удобно? Так, а 7-8? 7-8, давай. Ну, играй, играй. Почти. Вот. Я сбегаю туда. А я вот тогда под мышкой. Нет, я хотел прямо удар. 8 дней. Все правильно. Смеши по линии. Все правильно. Есть вот. Домой. 1-8. Это та тема, когда на сетке замахиваешь. Вообще не нужно. Блин, отлично. Вообще. Так, что у нас? 12. Ошибочка, смотри, не смотри. Так, 1-4. Перейти. 7-3. Да, счет? 7-3. Thank you.
Не вижу основания. С подачи там было понятно, почему ребро поменяли на... Потому что рост рост. Нет, потому что ребро это непонятно. Во-первых, непонятно, во-вторых, рост все равно. Это единственное. Да. Там подача, зачем вот эти правила придумали? Баланс летел снизу вверх. Чтобы баланс так летел сверху вниз, это нужно быть высоковато. Не, еще 155. 15. 15. Вот, потому что понятно. Нужно быть трехметровым, чтобы талия была выше сердца. Ну, конечно. Давай. Ну, мы же, видишь, одну партию уже зацепили. Цветные против черно-белых. Да, да. Ты на подачу не попадал. Как бы из последних сил. Счет 9. Итого 8-9. Я вот здесь вот.
Да, давайте.
повторе. Так, а у нас что там? Урок? Нет, она как еще? До 30. Вот эту врезку зайдет. Это резко. А сам. Наверное. Да, точно. 5-4. Первый удар хороший, 3-6, потом технический. Я 100% не отдал. 100%. Да. А если бы совсем, то мог бы сидеть уже совсем бы. И немедленно выпить. Мне кажется, это был самый длинный баланс, который ну, нет, за все это время. Не думаю. Мне кажется, да. 27 очков. А мы с ними так не поставили. Нет, 27. 86, 28. 28-26 закончилось. Я с учетом подал? Нет, с учетом, но в этот раз мы выиграли. 26-27. 27-26 не подавал, и мы выиграли, это розыгрыш, стал 28, да. За день. Вот, да. 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 И лежа не на пляже. У меня уже 12 шагов. 1-0? Да. Ну, пойдем. Я бьюсь. Я не могу. Ух ты! Хорошо. Не хотел. Ой. Я перебрасываю кость. Так. Но из-за того, что я отбил. Четыре.
что он долетит, поэтому. Голевая передача. Сейчас я прошу прощения. Потеря в темп, не знаю. Я паровозом отбудитель. Ну, нам здесь то же самое. Счет? Смотри, когда мы перешли в конце на короткий, мы выиграли следующую партию. А с твоих вот этих, мы проиграли три выигрышных, понимаешь, Леш? Три из трех. Ты подавал три подачи, ну у нас, ну, у нас долгий был, у нас было 20, ты подал, высоко получился баланс. Потом и две по этой серии. У нас учетные. Да. Пойдете? Я пойду. До каких краев? До 10. До 10. А не знаете там? А там мы не знаем. Ты отдал на сетку и ушел назад. Вот тебе ближе. Да куда мне ближе? Не знаю, куда ты играешь, Леш. Понимаешь? Я стою сзади, и он тоже его учу. Ау. 12-9. Я же не так хотел. Пауза? Да. Хорош. Хорош. Везло. Везло. Сколько? База не было? Ну, знаешь, играть снизу. Лёш, это все понятно. Какой он? 7-9. Я, кстати, до сих пор думал, что там мало скорее было. 7-9, да? Блин! Что такое?